You better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. What the hell is going on here? Bitcoin. Офигительно. Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Ну что, запускаем биток на Луну потихонечку. Илон Маск, он уже это делает, собственно, и не только в Твиттере, а по-настоящему со SpaceX. Посмотрите, какой цветок на выходе. Если это, конечно, не фейк, то да, поздравляем их, собственно, с успешным To The Moon'ом. И ждем того же от крипторынка потихоньку. Но не забываем о том, что любой рост происходит через коррекции, поэтому давайте поговорим сегодня про цену биткоина. И если вам нравится такой криптоконтент, то обязательно ставьте лайк и проверьте, подписаны ли вы на наш канал и нажать ли на колокольчик. В общем, что можно сказать? В целом у нас с вами локальная перегретость уже даже на недельках, посмотрите. И все еще многие рассматривают вариант с коррекцией ближе к халвингу, чтобы купить биток подешевле, соответственно, двойное дно и полетели наверх. В принципе, я тоже не против такой модели, и хотел бы сам тоже купить биток подешевле, конечно. Но давайте посмотрим с вами, куда, как минимум, можно ожидать коррекцию, если она будет, если она начнется. Потому что пока, конечно, я вам напоминаю, что все очень сильно бычье. Посмотрите, сетка EMA Ribbon на недельке развернулась в лонг, желтая линия выше, чем красная, и мы от нее отбились уже дважды, как от поддержки. Последний раз, когда такое было, биткоин вырос еще примерно на 500%. Так что тоже не стоит забывать этот факт. Но тем не менее, если мы начнем падать, то у нас есть важный уровень. Это 31 тысяча, 31 700, 31 800. Это предыдущее сопротивление вот здесь. И также поддержка вот здесь. Ну, это хоть какой-то уровень мы можем с вами посмотреть из горизонтальных, которые отрабатывали. Посмотрите, здесь два раза мы не могли его пробить. То есть был сильный продавец, после этого все-таки пробили, и по статистике, как бы по теханализу, ожидать ретест этого уровня хотя бы в качестве поддержки, как минимум, не глупо. Это, опять же, не точно произойдет, но это может произойти, и часто такое происходит. Вот, соответственно, вот такой у нас примерно есть тренд, и также еще у нас есть, конечно же, горизонтальный уровень предыдущей поддержки в этом локальном движение, это $25,000, $25,000 за биток. При этом, да, у нас с вами опять же на недельках зеленый money flow. Об этом сейчас многие забывают, кто говорят, что, ну, кто призывают шортить. Хотя все равно, посмотрите, когда у нас только-только начинался зеленый money flow, мы все еще могли с вами упасть на 70% на коронадампе, отскочить потом. Поэтому это все не гарантирует того, что не будет краткосрочных коррекций. Это тоже надо понимать. Но тем не менее, я хочу вам что сказать, что вот именно локально, приближаясь на дневку, да, где многие ждут сейчас как раз краткосрочной коррекции, тут-то как раз ее может и не быть, или может быть она будет не, совершенно не такая существенная, как все ждут. Потому что, смотрите, мы на дневке отбились от сетки EMA Ribbon, идеально вообще, как от поддержки, и все зеленое. RSI немножечко разгрузился из перекупленности, но на бычьем он как раз, собственно, может даже уходить потом не, уже не в такую перекупленную зону, но при этом цена может расти. То есть, посмотрите, как было здесь. Цена росла, а RSI шел вниз, да? То есть, дивергенция еще может потенциально рисоваться легко. И вообще, дело даже все не в этом. Дело в другом. Посмотрите, что происходит. Замешкались индикаторы. Candle Wave дневной выдал уже вот несколько подряд sell buy, sell buy. То есть, это, в принципе, flat. И по TRDR-у, ссылки, кстати, на обе платформы у нас есть в описании, там по ним скидки и бонусы. По TRDR у нас очень важная штука. Посмотрите, у нас здесь атланты просто держат цену на 4-часовом таймфрейме. Посмотрите, это уровень 35500. Нас там с вами очень сильно откупили по Binance. И при этом, если мы видим вот этот order book overlay, кто не видел, кстати, как настроить так TRDR, посмотрите, обязательно сейчас появится видео сверху. Это очень крутая штука. Она показывает реально спотовые заявки из стакана. Так вот, посмотрите, что здесь происходит. Здесь у нас с вами пока что продажи. Самый высокий уровень был 38 тысяч. Да, вот у нас типа двойная вершина. Сейчас как раз многие эту двойную вершину торгуют и ждут, что типа все, это конечная диагональ. Ну, может, там еще чуть выше сходим и вниз.
Получается, что у нас с вами зажали в коридоре между 35 500 и 38 тысяч. Собственно, этот флэт сейчас можно и торговать на наших любимых биржах, ссылки на которые в описании. Кстати, хочу вам напомнить, что на Bybit сейчас идут куча соревнований. Например, Гран-при Trade Masters, на котором, кстати, нужно обязательно участвовать. И он уже идет, вот, просто достаточно нажать на кнопку и погнали. И вы торгуете как обычно, ничем не рискуете. Ну, точнее, ничем большим не рискуете, ничего не оплачиваете. Но и при хорошем результате вам дается возможность выиграть крутые призы. Вот. И также они добавили состязания на спот. Для тех, кто не торгует фьючерсы, титаны спотовой торговли. Обратите на это внимание. Здесь тоже, кстати, надо участвовать. Все, вот я тоже везде участвую. Посмотрим на результаты. Осталось всего 7 дней, но можно успеть что-то ухватить. Я лично сейчас что делаю на деривативах? Я потихонечку торгую эту волатильность, то есть я иногда разгружаю, догружаю позиции обратно, забираю часть прибыли, да? И получается из-за этого у меня точка входа смещается очень сильно, ну, не в лучшую сторону, да? То есть ближе к цене входа. Короче, я тоже скальплю на самом деле сейчас вот этот боковик, но по-хорошему вот монета аудио. Открыто. Дэш чуть-чуть просел. По-хорошему, все должно стрельнуть еще наверх. Все должно стрельнуть еще выше. И отыграться это все таким образом, что это типа бычий флаг. Но это дисклеймер, не финансовый совет. Это просто мое мнение. То есть я думаю, что нас эти покупки удержат, как это раньше и было. И мы полетим дальше наверх. И вот там начнутся уже более серьезные распродажи шортовые. Где-то там по 44 или там плюс-минус сколько-то. Ну, как бы посмотрим, как будет. В любом случае, мемпул еще, кстати, очень сильно был забит. Обновляем страницу. Все еще забит. Все еще забит очень сильно. Новости просто летят вообще калейдоскопом. Мемпул сильно забит, и комиссии, средние комиссии в сети биткоин выросли на 950%, то есть на 10 иксов, как бы, по сравнению с прошлым годом, из-за спамовых NFT, которые начали писать на сети биткоина. Да, комиссия средняя выросла где-то до 18 долларов, и есть предположение, что одним из черных лебедей может стать как раз-таки блокчейн BTC, так как разработчик Bitcoin Core Антуан Риар покинул команду Lightning Network, сославшись на критическую уязвимость сети. Не стал исправлять ошибку, а просто ушел. Если сеть Lightning Network остановится, транзакции в сети Bitcoin будут висеть неделями в мемпуле. Если транзакции в BTC начнут висеть неделями в мемпуле, это станет катастрофой уровня скама FTX или Luna. Пишет мне многоуважаемый наш МС. Я ему ответил, как вы думаете, что? Похоже на новости для тех, кто любит шортить дно. Чуваки, Daily EMA Ribbon, пока удерживаем поддержку, все нормально. Если пробьем 35300 и вот этих атлантов, которые у нас тут, собственно, тоже на уровне 35300, 35400, тогда да, тогда караул. А пока все окей и предпочтительно наверх. Ну и альткоины, конечно же, наши любимые альткоины. Надо смотреть вот за 90 дней, например, хотя бы на альткоин индексе. Они, да, вот у нас в целом-то идет наверх альтсезон индекс. Опять же, это все забывают в моменте, когда все скачет по 30% в день, там минимум, иногда по 100, по 300. Очень быстро у всех меняется настроение. Когда вот мы чуть-чуть падали, сразу у всех шортовое настроение по альтам, а на самом деле мы растем, посмотрите. И больше всех выросла Каспа, майнерская эта криптовалюта сейчас, которую, ну, вы знаете все прекрасно. Руны, Солана, мы их посмотрим с вами на следующем стриме обязательно. Я в целом по ним в шорт, на самом деле, настроен. Я вам это и хочу сказать, в краткосрочный шорт, как минимум, а вообще и в долгосрочный. Вот, но, например, обратите внимание, тот же Ripple за 90 дней у нас минус 33%. И это как раз, мне кажется, уже ближе к лонговому заходному. Но дисклеймер, не финансовый совет, чуваки, все ссылки в описании. Ставьте лайк обязательно, стоп, тейк, если вы хотите посмотреть все эти альткоины на следующем стриме. Пишите комментарии и помните, что вы автоматически участвуете в розыгрыше крипты, если все это делаете. Ну и также подписывайтесь к нам в Telegram, чтобы не пропускать следующие выпуски. А у меня на этом все. Это был Гриня. Всем профитролей и до следующей встречи. Пока.